СМИ. Баклан станет символом нового стадиона «Зенита». На арене появятся указатели Баклана и ростовая кукла «Баклан». Птица Баклан станет символом стадиона «Санкт-Петербург-Арена», где проводит домашние матчи питерский «Зенит». Об этом пишут ведомости со ссылкой на директора по связям с общественностью футбольного клуба Жанну Демба. По ее словам, на стадионе появятся указатели Баклана и ростовая кукла «Баклан». Нынешним летом крыша стадиона в Санкт-Петербурге протекала. Вице-губернатор города Игорь Албин тогда сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши. Как сообщал корреспондент Нет, в мае на стадионе «Зенита» отменили футбольный матч. Причина оказалась очень необычной – из-за превышения уровня аммиака в воздухе. Его уровень оказался настолько высоким, что даже представлял опасность для здоровья людей. Вскоре выяснилось, что химическую атаку организовали рабочие. Они справляли нужду где попало, а стройка долго стояла без вентиляции. Отметим, что стадион «Зенита» строили более 10 лет. За это время стоимость проекта возросла с 6,66 миллиардов рублей до 41 миллиардов рублей. С учетом курсовых колебаний за эти годы, стоимость арены превысила миллиард долларов. Она стала одним из самых дорогих спортивных сооружений на планете. Постройку стадиона в Питере назвали «Божьим чудом». По материалам сайта newsgro.com.